Самое важное правило, чтобы повысить самооценку. Срочно избавляйся от токсичных людей. Как это сделать? Оцени всех, с кем ты общаешься, с точки зрения влияния на тебя. Ресурсный человек. После общения с ним ты чувствуешь прилив сил и вдохновения. Нейтральный. Никак не сказывается на твоем состоянии. Но, как правило, таких людей немного, потому что мы все влияем друг на друга. И разрушающий человек. Общение с ним обесточивает тебя и лишает веры в свои силы. Ты легко можешь понять по своему состоянию после общения, какой это был человек. Далее. Всех разрушающих людей убирай из своей жизни. Если это невозможно сделать, то урезай общение с ними до минимума. Больше проводи время с ресурсными и вдохновляющими людьми, у которых, как правило, здоровая самооценка. А таких людей в твоем окружении станет гораздо больше, как только ты уберешь всех лишних.